Всем огромный привет! С вами Лилия Донскова. Поздравляю вас с завершением каталога номер 9 и со стартом 10-го каталога. Желаю вам огромных успехов и чтобы новый каталог был лучше предыдущего во много раз. Пусть все ваши планы осуществятся. Итак, сейчас мы вместе сделаем заказ по 10-му каталогу. Тороплюсь сделать его побыстрее, потому что у меня здесь и подарки меня ждут. И посмотрим, какие мне положили продукты на обзор как официальному обозревателю. Будут отдельные ролики на сияющую помаду, пудра бронзер Giordani Gold и новая женская туалетная вода Full Moon. Супер! Так, что мне заказали и что я себе рассказываю? Мыло заказ. Отбодрящий апельсин, кстати, замечательное мыло, мне эта серия нравится, и гель классный, и мыло хорошее, люблю их все разные вкусы. Далее, крем для лица дневной, серия Optimals, он для сухой нормальной кожи. Всего 239 рублей, хорошая скидка, и у меня этот крем клиентка берет не первый раз, ей нравится, очень подходит для кожи, поэтому ну супер, я радуюсь, когда людям подходят продукты. Два шампуня, восстанавливающий под заказ, а увлажняющий для блеска я беру для себя. Раньше я его уже пробовала, мне он нравится, классный шампунь. А в этом каталоге, обратите внимание, в самом конце несколько страничек, там будут объемы XXL. И вот шампуни, они тоже по 400 мл и отличная цена для такого объема. Я, пожалуй, чуть позже буду отправлять заказ и еще закажу себе такие шампуни. Это очень хорошее капиталовложение. Далее, беру попробовать набор пробников на Veg Time Restore. Для взрослой кожи уже 50+, и тут я вдруг подумала, почему бы не попробовать, может быть, мне пора. Ну, по крайней мере, хочется испытать ощущения этих кремов на себе. Поэтому буду пробовать. Далее, подтягивающий ночной крем «Королевский бархат». Заказываю для себя. Кстати, сейчас я им как раз пользуюсь, и мне он очень понравился. Вот начиная с самого дизайна и заканчивая последним штрихом, то есть мне нравится все. Его аромат, невероятно красивый сиреневый оттенок. Мне нравится, как он ложится на коже, мне нравится эффект. Поэтому я себе решила заказать, попробую. К сожалению, нет двухфазовой маски детокс для лица, так хотела попробовать. Ну, надеюсь, она появится в ближайшее время, и когда я буду отправлять следующий заказ, я уже смогу их заказать, потестить. Так, заказываю набор, здесь следующий каталог плюс пробники. То есть вы можете тоже вбить код 128450, за 69 рублей вы получите каталог, сыворотку для лица против пигментации, пробник кремовой помады неоновой розовой и пробник нового аромата Мистер Giordani. Очень хочу попробовать, может быть, мне понравится, я закажу Мише потом такой аромат. Что-то новенькое хочется. Так, комплекс мультивитамины и минералы тоже по сногсшибательной цене в этом каталоге, мужские и женские. Вот сейчас баночку возьму для мамы, потому что у папы еще есть, он Wellness Pack у нас допивает. Кстати, сегодня были, проверила, пьет. Вот, молодец. Так, далее, заказали, вот буквально прямо сейчас только пришла от клиентов, заказали крем, мед и молоко для рук и тела, это уже, я не знаю, 105-й заказ от одной клиентки, то есть как у нее только баночка заканчивается, она тут же просит новую, и достаточно часто вот как раз попала на скидку, очень, очень здорово, а то бывает иногда ждать приходится, но я стараюсь даже заранее взять крем, потому что уже знаю, что эта клиентка 100% возьмет этот продукт. Несколько тушей заказали, тоже вот прямо сейчас обошла, каталоги собрала, зубные пасты, одну себе, две под заказ, две щеточки заказали и матовая помада On Color, то есть это все заказы. Далее, так, что еще, какое-то беспроводное зарядное устройство мне добавили, интересно, что это, наверное, по какой-то акции, я даже уже не помню. Что за что и почему. Так, далее. Значит, я взяла со скидкой 50%, как участник премьер-клуба, крем для кожи вокруг глаз против морщин. Люблю я коллаген, поэтому и когда есть такая возможность, использую скидки в основном на уходовые средства, потому что они достаточно дорогие. А когда идет скидка 50%, то 588 рублей – это очень лояльная цена для такого шикарного продукта. Далее, у меня будет еще несколько каталогов, я сейчас начала опять раздавать каталоги после самоизоляции, как-то люди вышли, открылись, магазины, рынки, и вот у меня пошли, увеличились, конечно, сразу заказы, поэтому каталоги стала брать побольше. Так, итак, что еще мне здесь
Увлажнитель воздуха, это я беру по акции. Ух ты, рюкзака уже нет в наличии. Только сейчас был. Как это нету? Обалдеть. Так, и по подписке мне идет 4-й шаг Wellness Pack женский в подарок. И 2-й Wellness Pack идет за полную стоимость. То есть 2-й шаг, потом 3-й, 4-й всегда в подарок идет. Так, листаем дальше. Кстати, многие спрашивают, что за промокод, который нужно активировать. Это для тех, кто не является консультантом Oriflame. То есть это тот, кто делает заказ как клиент компании. Вот тогда они могут здесь указать промокод, и он дает небольшую скидку. Так, листаем далее. Это я уже использовала. Смотрите, идет акция. Кстати, очень интересное предложение. Мыло, любое мыло за 39 рублей при заказе 10 штук. Интересно. А так оно разве не по 39 рублей? Подождите секундочку. Я сейчас тоже добавляла заказ. И мне кажется, тут тоже цена 39 рублей. Давайте проверим. Да, также 39 рублей. Тогда в чем интерес? Не понимаю. Ладно, окей. Какие красивые желтые часики. Интересно, кто-то заказывает себе такие часы? Обалденные. Так, идет еще предложение с тальками, с маслом. Оно, наверное, завтра закончится, будет новое предложение уже. Вот тут всегда можете посмотреть что-то интересненькое. И здесь у нас спецпредложение, распродажа, то, что можно взять со скидкой. Тут вот листайте. Все, что вам нравится, нажимаете на кнопочку «Добавить». Я уже тут посмотрела, вроде бы ничего и не нужно. Так, листаю дальше. Ой, как я люблю вот эту вот помадку. Но у меня есть 2 штуки в запасе, пока не буду заказывать. Ну, вроде бы ничего здесь мне не нужно. Так, нажимаю далее. Так, доставка на дом. Опять далее. Так, здесь предложение какое-то, что... Можно что-то взять вместо платы за доставку. Но у меня и так бесплатная доставка, поэтому я отказываюсь. Мне это не нужно. И нажимаю еще раз далее. Оформить заказ. То есть получается, что у меня в этом заказе... Сколько баллов не вижу? 157 баллов. Получается, всего сумма заказа на 7211 рублей. Так как у меня есть скидка... Она проходит здесь 4327 и всего к оплате 2884 рубля. Ой, как замечательно. Так, я еще сейчас раз проверю заказ и забыла вам показать, как доставку выбирать. Вот смотрите, если вы хотите получить доставку на дом и у вас в вашем городе есть такое предложение, то есть работает курьерская доставка, то да, конечно, классно, вы нажимаете «Доставка на дом», выбираете свой адрес и так далее. Если у вас нет доставки на дом, то вы выбираете «Получить в пункте выдачи». Вот смотрите, нажали, выделилось, появляются новые строчки. Сначала нужно выбрать тип доставки. Открываете «Бьюти-центр», «СПО», «Пункт выдачи» или «Пятерочка». То есть здесь «Пункт выдачи» «Постамат» или «Пятерочка». Вот надо вам выбрать, например, «СПО» нажали, вводите свой город. Город, например, я ввожу «Саратов». И он мне выдает разные варианты по адресу. Я подбираю то, что мне ближе к дому. То есть я выбираю, нажимаю, например, давайте любой какой-нибудь вот этот нажму. Вот этот. Вот, выбрала. Все. Дальше нужно выбрать какой-то продукт. Можно не выбирать. Либо 100 рублей мы платим за доставку, либо какой-то продукт нужно выбрать вместо платы за доставку. Вот он подгружается. И вы смотрите, какое здесь может быть интересное предложение, может быть ничего не понравится. Бывает, что здесь что-то прям интересное, доступное. Бывает, что ничего нет, поэтому проще 100 рублей заплатить и сказать, что ну, это выгоднее. Вот я нажимаю «Отказываюсь от предложения». И далее все то же самое. Далее, далее, далее. Ну, я вернусь к своей предыдущей доставке. Сейчас еще раз перепроверю заказ и отправлю его. А уже когда получу, отснимем обзор, все попробую, потестирую и вам расскажу свои впечатления. Вас благодарю за внимание. Если видео полезное, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до новых встреч, пока-пока!